Здравствуйте, мы находимся в игре Клондайк. Итак, когда безумная лаборатория полностью расчищена, нам осталось открыть подарок за расчистку и посмотреть, что же нам подарили. Итак, открыли. Как всегда, деньги, опыт. На нас сэкономили. Даже опыта не дали. Ай-яй-яй-яй-яй. Зато дали травы, ресурсов и пошли к коллекции. Ну, я понимаю, что остров был совсем несложный первый. Ну и подарочек, ну скажем так, себе немножко подкачал. Ну, мне, на мой взгляд, такой скромный и маленький. Очень скромный и маленький, даже нет изумрудов. Вот так вот. Сколько почистили? Ну, ровно столько и получили. Все как-то так. И на этом все. До новых встреч.